Мы просто не имеем права падать. Надо удержаться на этом уровне, чего бы нам не стоило. Я знаю, вы в правительстве приняли ряд решений по минимизации воздействия на экономику санкций Запада. Но посмотрите на своих сотрудников на предприятиях. У меня есть информация, что мерзавцев несколько там еще кое-где остались, и они ставят перед собой целью проинформировать коллективный Запад о том, как Пархомчик с Назаровым пытаются обойти санкции. Ну, шпионят фактически и сдают информацию туда. Нескольких мы выявили, сядут и надолго, это я прямо говорю, но, тем не менее, мы их должны видеть. Я говорю, единицы, но еще остались. И это не просто люди, которые высказывают свою гражданскую позицию. Это люди, которые осознанно за деньги спецслужб Запада вредят нашей экономике, а равно нашему государству. На это обратите особое внимание. Директоров и сами смотрите за этими процессами.